Да он. Так я же собрался. Я сейчас немножечко расскажу. Завтра мне улетать. Сегодня мы пошли в Юр-Сахалинск, в ЦПКО. Фонтан цветомузыкальный посмотреть. Имени Горького. Нет, Гагарина. А где? В Хабаровске? Юр-Сахалинск. А, в Москве ЦПКО имени Горького. Южно-Сахалинский, Леня, а он прилетел. Я же на Сахалине был. А это такой длинный остров, который такой, типа... Да куда ты уехал? Сейчас Япон Маша туда летит, ходят. Через два дня. Да? Сахалин. Вот тут заканчивается. А. Ну, пошли, значит, с одноклассниками. Погодка такая хмурится. Фонтан еще хрен знает, когда включится. Нет, он работает, но не видно той красы. Воды нет. Вода есть. Нет. Фонтана нет. Антуража нет. Антуража нет. Я говорю, ладно, пошли, вон там он есть. Антуража нет. Вот именно. Вот, и пошли мы за антуражем. Там такая такое кафе стоит, подкова. Заходим там, бля. Антураж. Антураж. Полный. Глухарь такой висит. Там И на сцене два пацана. Тут мы сидим, выпиваем, шашлык поедаем, и тут выходит два пацана, начинают песни петь. Девки подхватываются сразу, говорят, Саня, споешь что-нибудь? Я говорю, да я бы спел, но ведь это же не мое, так сказать. Хозяйство-то другое, да? Да, я же не буду хлеб отнимать у народа. Сейчас устроим. Пошли, договорились с пацанами. Говорит, ну давай, иди пой. Ну вот, пошел я им петь песни. И вот эту пел. Кстати, Игорь Слуцкий из Сахалина есть такой, вы знаете, он сейчас сам поет. Раньше только тексты писал. Мой товарищ. Над Москвой ночь, а здесь уже светает. Ты ложишься спать, а я уже встаю. Новый день тебе с Камчатки посылаю. И дарю тебе я новую зарю. А Камчатка от Москвы далековато, и сюда почтовый не идет, и погода, лишь погода виновата в том, что вовремя не прибыл самолет, и погода, лишь погода виновата в том, что вовремя не прибыл самолет. Может быть, тебе когда-нибудь приснится край суровый, что Камчаткою зовут, где из сопок днем и ночью дым клубится, из большой земли ребята писем ждут. А Камчатка от Москвы далековато, и сюда почтовый не идет. И погода виновата в том, что вовремя не прибыл самолет. И погода виновата в том, что вовремя не прибыл самолет. Приезжай, хоть расстояния большие, в край, где солнце начинает свой поход. Приезжай, здесь начинается Россия, и живет здесь замечательный народ. А Камчатка от Москвы далековато, и сюда почтовый не идет. И погода виновата в том, что вовремя не прибыл самолет. И погода виновата в том, что вовремя не прибыл самолет. А также пароход, а также вертолет, а также снегоход. Олени лучше. Олени лучше. Не каюрка?